Поначалу многим музыкантам может казаться, что они всех наебали. Вот посмотрите-ка, я нихуя не делаю, у меня есть бабки, ха-ха-ха. Но со временем... Я тоже не хочу. Работа не стыгает нас. Ты понимаешь, что изо дня в день ты все-таки, как мартышка, делаешь одно и то же. И это очень печально. Со временем, конечно, нам придется измениться. Например, вырасти наконец из этого ебучего рэп-кора в коротких штанишках и начать играть серьезную, взрослую, качественную поп-музыку. Мы уже делаем первые шаги в этом направлении. И вот песня, которая у нас получилась. Дима Билан долго уговаривал нас продать ему. Вернее, конечно, не он, а Яна Рудковская, но мы были непреклонны. Такие, знаете ли, хиты нужны самим.